Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Магазин Хуриплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу наш новый особняк. Покажу вам новые машины. То есть видосик реально будет интересный. Наконец-то мы переехали в нормальный просто особнячок, который очень удобный, очень в хорошем месте. Поэтому я думаю, вам понравится. И с этого дня мы начнем активно уже заниматься семьей, будем принимать людей, гонять на ВЧ, там делать всякие движухи, конкурсы и так далее. Поэтому всех, пацаны, жду на втором сервачке. Покажите на этом ролике очень хорошую активность. Давайте постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а если ты хочешь жить в вот таком шикарном дворце, то вводи, конечно же, промокодик /mm, 7 пункт, промокод, указать друга ютубера и вводишь промокод Полканов. За этот промокод ты получишь 450 тысяч. Тебе всего лишь нужно будет ввести промокод, вкачать уровень, и ты получаешь бабочки. Промокод можно вводить на любом сервачке. Ну что ж, я думаю, можно начинать. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, сейчас будет историческая темка. Будем покупать новый особняк семьи. Как бы недавно слетел особнячок в Арзамасе, и я хотел его словить, но в итоге он, короче, закрытый. Здорово, Федя. Здорово, здорово. Вот, все, держи. Федечка, короче, нам продал особнячок, пацаны. Ой, я забавался. Ха, теперь я хожу как Рагуль. Короче, пацаны, теперь у нас есть особняк. Как бы сейчас, я думаю, можно купить машины. Кстати, номера сохранились или нет? А, кстати, да, его сейчас надо будет оплатить. Этот особняк был Вегас. Короче, это ютубер раньше держал эту Фому, но у них она слетела, теперь это будет наш особняк. У нас был особняк Бусаева, но он был очень хреновый. Я вчера просто на стриме видел то, что этот особняк как бы слетел. Я продал Бусаева особняк, попытался слить этот, но он был закрыт. То есть его нельзя было купить, и его как бы нужно было открывать. Открыть может там Федя только, либо спецадмины. Я Федьку попросил, как бы, большое ему спасибо, то, что открыл особнячок. Ну, потому что Бусаева, пацаны, ну это реально хуйня. Типа, я не говорю то, что мы там не вебеная Фома, но просто хотелось реально особняк какой-то ближе к цивилизации. Так сказать. Так, 696 часов. Все, оплачиваем. 696 часов. Так, давайте сейчас потратим ваучеры, пока их нахуй не списали. Информация. 20 миллионов осталось, но какие-то тачки, в принципе, я думаю, мы можем купить, поэтому сейчас поедем, посмотрим. Ну что ж, давайте, короче, покупать машинки. Посмотрим, что у нас здесь продается. В принципе, это самый, наверное, дешевый автосалон, где мы сможем купить автомобили в нашу семью. Я не буду там что-то дорогое покупать, прям, ну такое, знаете, более менее нормальное, чтобы оно ехало нормально и чтобы оно и стоило не особо дорого. Вот прям хочется что-то необычное такое взять, знаете, чего у нас в принципе не было. Короче, я предлагаю купить сейчас рапторы, потому что, ну, они в принципе нужны для семьи, я думаю. И потом уже купим какие-то дешевые машины, потому что, ну, раптор это полезная машина, которая, ну, в любом случае должна быть в семье. Так, давайте покупаем еще один рам. Ой, рам, блять, раптор еще один покупаем. И у нас остается там примерно 11 миллионов. Дождь, мне кажется, это отличный вариант. Потому что Камри, она не особо так, знаете, брутально смотрится. То есть, да, до этого у нас был автопарк, конечно, получше. Машины были подороже. Но, пацаны, пока что на время купим такие машины. Потом накопим бабки и купим уже подороже. Но вообще смысла нету тратить там миллиарды на этот автопарк семьи, потому что в нем нету никакого смысла. Люди берут машину, чтобы от точки А доехать в точку Б и бросить эту машину. Так, у нас 5 лямов, можно купить 2 Мерседеса таких. Так, 2 Мерседеса, и придется нам возвращаться походу обратно на Нашан. Все, пацаны, 2 кабанчика я тоже приобрел. Бля, вот этот выбор машин, пацаны, это все так сложно, блин. Тем более я как бы глава семьи, то есть на меня эта ответственность падает, типа машины выбирать. Хотя, бля, какая нахуй разница? Ну, мне кажется, похуй, какая машина вообще. Можно было вообще приоры ебать купить, нахуй, и все. Опачки, нормальный такой у нас автопарк получился, кстати. Я не понимаю, почему кабанчики такие типа белые, черно-белые. Можно просто черный сделать. Ну, хотя так тоже прикольно выглядит, на самом деле. То есть, вот такой у нас, пацаны, получается автопарк. То есть, да, там не особо какой-то крутой, там не особо дорогой, но чтобы передвигаться, я думаю, этого с головой хватит. То есть там Мерседесы, Мазды, Рапторы, там туда-сюда. То есть, этот автопарк обошелся в 20 миллионов, пацаны. По сути, вроде бы, знаете, машины дорогие, но 20 миллионов, пацаны, это сумма такая приличная.
Ну что ж, дамы и господа, уже прошло несколько дней, когда мы владеем этим особняком, и я хочу высказать некие свои мысли вообще. Нравится мне этот особняк, либо не нравится. Какие есть плюсы, минусы там и так далее. Ну, в целом, реально охуенный просто особняк. Но самый большой минус то, что почему-то нам его просто грабят каждый день. Его каждый день приходится чинить. Я не знаю, почему так это работает. То есть, когда мы были в Бусаево, нам ни разу просто особняк не грабили. То есть, за 3 месяца нам в Бусаево ни разу не грабили особняк. А этот особняк грабят почти каждый день, реально. Но это, ну, в принципе, не такая уж и большая проблема. Просто надо почаще быть в игре и отсекать таких людей, которые там грабят наш особнячок, чтобы такого не происходило. Если даже посмотреть по карте, пацаны, то есть, ну, место реально очень хорошее. Здесь как бы рядом можно и порыбачить, рядом есть заправочка. Также есть много точек для дальнобойщиков, то есть место реально очень имбовое. Просто когда мы жили в Бусаево, пацаны, ну, блин, я не хочу там никого обидеть, но это самое уебанское просто место, реально. Ну, как бы, когда там был новогодний ивент, да, там было пиздато. Там 24 на 7 поставили, конечно, но, по сути, там рядом нет ничего. Ну, мы реально хотим развивать жестко свою фому, и нам нужен был реально хороший особняк. Тем более, этот особняк слетел, и я попросил Федю, чтобы он открыл нам этот особняк, за что ему реально очень большое спасибо. Реально, вот Федя прям, ему респект просто. Ему реально очень большое спасибо, то, что он нам помог. Погодочка вообще шикарная. Ой, солнышко. Ой-ой-ой. Мамма мия, что за погодка, дядя, бля. Не, реально, погодка вот это самая прекрасная просто. Вот я люблю, когда вот такая погода, типа. Хоть я с графикой мало играю, я в основном со сборочки играю. Но с графикой вот эта погодка, пацаны, уля-ля просто, уля-ля. Прям с графончиком, прям уля-ля просто. Кабанчик такой. Я не знаю, можно вот этот белый покрасить, типа, в черный. Скорее всего, это надо менять цвет машины. Давайте сейчас посмотрим, сколько это стоит. Так, управление. А где это вообще покупается, что-то не помню. Управление транспорта, наверное. Так, сменить цвет семейного авто. Вы должны находиться в СТО. Чё, блядь? Нихера не понял. Просто вот эта белая тема, мне кажется, если его полностью черный сделать, он будет реально еще пищи просто, бля. Будет, ебать, шикарный такой. Нихуя все равно не понял, честно. А как мне низ поменять, типа, ну? То есть я не могу никак покрасить, я могу разве что так вот сделать. Бля, ну белые тачки тоже неплохо смотрятся на самом деле. Пока, короче, трогать не буду. Я даже не знал, что система поменялась реально, типа. Я даже об этом не догадывался. Конечно, в плане улучшений у нас семья пока что, ну, вообще, как бы ни о чем. У нас куплено только одно улучшение, потому что, ну, эти лаунчеры очень сложно копить на самом деле. То есть, для этого надо очень много людей. 128 человек, пацаны, у нас в семье. То есть, как бы, ну, мы наборы особо не делаем, мы просто принимаем тех, кто нас просит. Вот и все, как бы. Ну что ж, дамы и господа, я буду на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараюсь в этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. То есть реально покажите хорошую активность, потому что, ну, видос реально получился, мне кажется, прикольный, интересный. Поэтому вы должны реально показать на этом ролике хорошую активность. Конечно же, приходите ко мне на второй сервачок. Я вас могу принять в семью, в компанию. То есть помогу вам, чем смогу, поэтому буду всех ждать на втором сервачке. Повторюсь, все ссылочки есть в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.